Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме, однако есть и некоторые отставания. Сегодня в администрации Якутска прошло очередное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону. Отдельное внимание уделили управляющим компаниям, выбивающимся из общего графика. В частности, речь идет об управдомах «Авиатор», «Арсенал Плюс» и «Промышленное». Однако особую обеспокоенность вызывают управляющие компании «Сайсарская», «Туймада» и «Арктикастрой». Их внеплановый отчет ждут на следующем заседании штаба. Кроме того, в ходе мероприятия рассмотрели острые вопросы, касающиеся готовности котельных к отопительному сезону. Это котельная потреб общества «Холбас», которая находится на улице Крупская, 19. Сейчас там уже вот в течение летнего периода люди не получают горячее водоснабжение, и котельная не готовится к отопительному сезону. Нами направлено письмо в прокуратуру о том, что есть такая опасность, что котельная не будет запущена вовремя или совсем даже, может быть, не будет запущена.